По поводу веса, я, в принципе, к этому бою вообще вес почти гонять не буду. Вся усталость только от того, что проделана тяжелая работа. И начинаются разные интервью, когда после тренировки надо ехать и записывать, отвечать на вопросы, на ваши интересные. На очень интересное, я бы даже уточнил. У меня уже длинная серия, что я все бои провожу полностью. То есть у меня не получается закончить бой досрочно, финишировать. К сожалению, я не знаю, опять не получилось показать хороший бой, зрелищный, досрочный. И мне вот понравился бой Михаил Рогозин. На самом деле, офигенное было шоу, и мы сидели все три раунда, просто получали большое удовольствие. Все-таки, видимо, где-то в душе я хочу уже закончить бой досрочно, как-то проявить себя более ярко. У меня поменялось видение боя, поменялся взгляд вообще на бой. И, конечно, не все так было хорошо, но какие-то моменты мне, в принципе, понравились. Сколько я слышал, у него даже, по-моему, тоже прозвище, там что-то с медведем связано. Даже внешние, физические сходства, потому что он достаточно такой крупный, физически здоровый. Он достаточно сильный, известный у нас в России боец. И все, мне больше особо нечего о нем сказать.